Галина Николаевна Шаюк, когда началась война, была ребенком. Несмотря на страшный холод и голод в блокадном Ленинграде, выжила. О тех годах рассказала создателям фильма «Мы – потомки народа-победителя». В рамках акции «Подарок ветерану» сегодня состоялась премьера показа фильма «Мы – потомки народа-победителя». В фильме принимали участие волонтеры, ветераны Великой Отечественной войны, также дети войны и труженики тыла. Сегодня она, как и другие герои фильма, в зрительном зале вспоминает о событиях прошлых лет со слезами на глазах. Такое не должно повториться. Это нечеловеческое то, что было. Ты представляете, когда от голода умирает ребенок. Это в наше-то время, когда все сыпется везде, всего полно. Так что, это очень понятно, да? Войны не должно быть, надо бороться. Мы знакомы с Галиной Николаевной Шаюк уже не первый год. Она неоднократно становилась героем сюжетов и программ телеканала ОТВ. Но в канун великого праздника мы решили не просто ее поздравить, но и немножко помочь с домашними делами. Мы пришли не только вас поздравить, попить с вами чай с этим вкусным тортом, но и помочь вам сегодня по хозяйству. Держите цветы. Спасибо. У вас сегодня только хорошие заботы. Это поставить цветы в вазу, приготовить чай, накрыть на стол, мы вам тоже поможем. Пока Галина Николаевна ставит цветы в вазу, мы распределяем фронт работ. У ветерана большая и дружная семья, но и заботу от журналистов она тоже не отказалась принять. Все, окно готово. Вымыть окна, протереть пыль и даже починить стол. Не так много задач для дружной команды Одинцовского информационного центра. Стас ищет болтики. Надеемся, что сейчас починим еще стол, за которым собирается большая семья Галины Николаевны. И мы сегодня тоже за ним посидим и услышим не одну историю. Пока мы помогали в доме, к ветерану пришли гости и, конечно, не с пустыми руками. Спасибо. Поздравляем вас с наступающим праздником Победы. Желаем вам здоровья, всего доброго, светлого, чистого неба. Замечательно. Обязательно. Мы все за это. За что, чтобы у нас было мир. Окна сияют на солнце, пыль смахнули в считанные минуты. Пора заваривать чай. Галина Николаевна, хлебосольная хозяйка, на стол ставит разные угощения для гостей. О таком пиршестве в блокадном Ленинграде она могла только мечтать. Боже мой, сколько тогда страна пережила, сколько погибло людей. Что такое голод? Это ни с чем не сравнимое. У Галины Николаевны большая семья. Они часто приходят в гости и все вместе собираются за этим столом. Конечно, она не нуждается в помощи по дому. Но так приятно ей было получить внимание от журналистов газеты «Одинцовская неделя» и сотрудников телеканала ОТВ. Самое ценное сегодня для нее – это общение. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».